Правильный ответ в детской песенке «Кто пасется на лугу?» – коровы. А фермер Юрий Садюхин решил остановить свой выбор на белоснежных козочках заанинской породы. Племенные красавицы из Ленинградской области – представительницы высокоудойного стада. За раз можно получить до 6 литров молока. Я в прошлом году участвовал в программе «Агростартап». Получил грант на сумму 2 248 тысяч на покупку племенных коз. Закупил козы 52 головы. Сейчас они у меня пока содержатся в домашних условиях. В следующем году собираемся строить полноценную ферму. В планах не просто расширить площади, но и нарастить поголовье до 300 или даже 500 коз. Но это в дальней перспективе, а в скором времени Юрий Садюхин запустит мини-цех по переработке молока. Петр Долгов сделал ставку на крупный рогатый скот. Благодаря поддержке по программе «Семейная животноводческая ферма» удалось открыть коровник. Проект на самом старте, но вскоре заработает на полную мощность. Конечно, на пути к намеченным целям бывают и трудности, но один на один фермеров с ними не оставят. Мы выезжаем не столько, сколько ради какой-то там проверки. Мы выезжаем, чтобы посмотреть, как ведется работа в этих крестьянско-фермерских хозяйствах, чтобы найти какие-то пути развития этих крестьянско-фермерских хозяйств, определиться, какие проблемные вопросы у фермеров существуют, чтобы в дальнейшем постараться помочь и решить ряд каких-то проблем. Также в помощь нормативная база. В апреле этого года пройдет образовательный форум по основам развития сельского хозяйства. Фермерство – перспективное направление развития сельских территорий. Активные начинания по этой стезе – не просто основа продбезопасности, но еще и рабочие места для жителей районов.